Я уже упоминал, что мы сейчас пишем альбом «Психотерапия». Есть такая песня, она не про жизнь, про что, она просто мне очень нравится, она называется «Демон не танцует». Слегка странная, но... Обычно.
я проснулся в собственной луже. Среди обшарпанных стен. Но я стараюсь быть лучше каждый день. Каждый день. Меня вечно тошнит или сушит. Мама, я шарю.
надо научиться в интервалы, короче, петь. Да, вообще, да, группа очень классная. Так что пробуйте. Если можно медленно, тональность менять.